Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня снова видео на проекте Machine Holy Play. Итак, чуваки, да, давненько не было серии, а именно 5 дней даже. Да, где-то 5 дней не было серии по Мазингу, но это связано с тем, пацаны, я не знаю, что снимать на Мазинге, потому что я уже снял очень много серий по Мазингу, и идеи как-то закончились. Но вот недавно я придумал рубрику, ее доработал, немножко там обдумал все, и сегодня, скорее всего, выйдет эта серия, вы все увидите. Итак, эта рубрика называется «Фортуна Рыжиков». В принципе, я сейчас объясню ее суть и что мы будем делать в этом видео, вы сами, в принципе, посмотрите. Ну а перед этим я хотел бы напомнить, что я на первом серии Machine Holy Play. Мой ник сейчас вы можете видеть на экране, мой ник Кирилл Путбуль. И также не забывайте вводить мой промокод, пишите вместе капсом Кирилл Гейм. За то, что введете мой промокод, вы получите неплохую сумму денег, а именно 150 тысяч на 10 уровне. Поэтому обязательно вводите мой промокод. Ну что ж, пацаны, сегодня серичка, как вы поняли, и сегодня будет очень даже все интересно. Итак, в чем вообще заключается суть этой рубрики? Фортуна Рыжиков. Это будет чистый рандом, пацаны, полностью. До конца это будет чистый рандом. Сейчас вам объясню. Будет цифра, у нас будут цифры, в принципе, и я буду задавать Алисе вопрос. Вот, например, давайте сейчас я ей задам. Допустим, пусть она назовет число от 1 до 10. Давайте проверим. Алиса, назови... Ай, бывает и такое, пацаны. Так. Алиса, назови число от 1 до 10. 5. Ну, я думаю, в принципе, понятно, как оно работает. В принципе, я буду ей говорить число, она будет выбирать число, в принципе. И таким образом мы будем находить нашего рыжика. Бюджет на эту серию, пацаны, 500 тысяч, поэтому, я думаю, сумма довольно-таки немаленькая. Поэтому сейчас мы, в принципе, выдвинемся в путь. Но перед этим давайте я вам полностью объясню, что и как мы будем делать. Открываем карту, для чего сейчас объясню. Как вы знаете, у нас есть Южный, Арзамас и Батырево. Ну, это самые такие главные города, где тусуются люди. И получается, Южный, это у нас будет цифра 1. Батырево, это цифра 2. И Арзамас, это цифра 3. К чему это я говорю вообще? Смотрите, я сейчас включаю Алису и говорю ей. Алиса, назови число от 1 до 3. И какое число она назовет, туда мы поедем. То есть, первый Южный, второй Батырево, третий Арзамас. Все, в принципе, легко и просто. Потом, мы приезжаем туда, то место, куда нас послала, так сказать, Алиса. Либо в Батырево, в Южный, либо в Арзамас. Что потом я делаю? Я говорю, Алиса, назови число от 1 до 5. Зачем? От 1 до 5 это уровень рыжика, которого я должен найти. Какое она число назовет, такого уровня я рыжика должен найти. Я нахожу этого рыжика потом. Я задаю Алисе также вопрос. Алиса, назови число от 1 до 5. И она должна тоже назвать число. От 1 до 5 это будет, получается, сумма. То есть 1 это 100 тысяч, 2 это 200 тысяч, 3 это 300 тысяч, 4 это 400 тысяч и 500 это 500 тысяч. Бюджет на эту серию, пацаны, 500 тысяч, если что. И получается, какую она сумму называет, ну, из 5, то есть там 1, 2, 3, 4, 5, в принципе, и ту сумму я должен отдать рыжику, пацаны. Я считаю, что это будет довольно-таки интересно, поэтому давайте, короче, уже начинать. Я думаю, суть вы, в принципе, поняли. Все, давайте я вот встану здесь, чтобы никому не мешать. И сейчас мы попросим Алису выбрать число от 1 до 3. Алиса, назови число от 1 до 3. Число 1. Так, пацаны, это у нас число 1, это Южный. Окей, тогда мы заводим двигатель и направляемся в сторону Южного. Блин, на самом деле, я не знаю, найдем ли мы там рыжий как первого уровня, потому что, ну, хорошо, если бы Алиса нас послала в Батырево, это номер 2. Но, увы, она нас послала в Южный. Почему Батырево было бы лучше? Потому что все рыжики в основном спавнятся там, в Батырево, там находится спаун рыжиков. Ну, когда человек регистрируется, заходит в игру, он в основном появляется в Батырево. Окей, едем, короче, в Южный, пацаны, и там уже будет... Будем искать нашего счастливчика, так сказать. Ну что ж, пацаны, вот я приехал в Южный, теперь мы будем говорить Алисе число от 1 до 5. Это именно уровень от 1 до 5. Почему от 1 до 5, сейчас я вам объясню, пацаны. Это именно фортуна для рыжиков, потому что, ну, смысл дарить, допустим, деньги такому человеку, у которого там есть бизнес, машина и так далее. Как бы в основном у рыжиков уровни от 1 до 5 уровня. Ну, возможно, там до 10. Ладно, но в этот раз я решил сделать, ну, первый раз, первая серия по новой рубрике. Я решил сделать от 1 до 5 уровня. Я считаю, что это будет правильно, теперь давайте искать нашего рыжика. Блин, лайн довольно-таки маленький, но я надеюсь, что мы кого-то все-таки найдем. Алиса, назови число от 1 до 5.
4. Так, отлично, она сказала цифру 4. Теперь я должен найти игрока, у которого есть 4 уровень. Потом я обратно спрошу Алисы, чтобы она назвала число от 1 до 5. И именно эту сумму мы должны будем ему дать. Ну что ж, давайте я, наверное, отправляюсь на поиски. Только я кого-то найду, я сразу же включусь. Так, пацаны, я нашел, короче, но это транс на самом-то деле, поэтому я не знаю, что в этой ситуации делать, но это первый игрок, которого нашел, у которого есть, получается, 4 уровень. Давайте напишу секунду. Так, давайте сейчас. Алиса, назови число от 1 до 5. 5. Алиса назвала число 5. Это 500 тысяч. Окей, давайте ей передадим деньги, в принципе. Все, пацаны, я ей, в принципе, отдал 500 тысяч, которые назвала Алиса. Ну, довольно-таки неплохо. Меня напряг тот факт, что это, типа, наверное, транс, скорее всего, но да ладно. Что сделать теперь? Ничего. Удачи, давайте напишем, и все. Нет, я не читер. Сейчас бы называть меня читером, ну, такое, типа, она думала, что я начитерил эти деньги, и, типа, ей подарил. Ну, это довольно-таки глупо, я думаю, читер не стал бы даже так делать, скорее всего. Ну, да ладно. Ну, что ж, пацаны, вот так вот все, в принципе, это получилось. Я не знаю, как отнестись к тому, что типа это был транс. Ну, я не знаю, был это транс или нет, но я без понятия. Возможно, это не был транс. Возможно, там играет какая-то девушка, там, 12-15 лет. Ну, все может быть, короче, пацаны, поэтому на 100% я не могу быть уверен, что типа это был транс, и осуждать я этого игрока не буду, в принципе. Это единственный игрок, который я встретил. Ну, как бы я ездил, катался, и типа, ну, вижу автобусник едет. Я развернулся за ним, поехал, смотрю, типа, по ID-шнику. Вот, у него какой 142-й, по-моему, вот, 4 уровень у него, видите, вот. Я, типа, ну, думаю, ладно, типа, ну, она первая, почему бы ей не дать эти деньги, как бы. Надеюсь, пацаны, вам понравилась эта новая рубрика. Обязательно ставьте лайки, если здесь будет много лайков, то я готов выпускать такую рубрику один раз в неделю. Поэтому, пацаны, все зависит уже только от вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все ссылочки есть в описании. Ссылка на беседу, ссылка на группу, мой промокод, IP, ник, все, короче, есть в описании, пацаны. Постарайтесь здесь набрать 200 лайков, и я вам буду очень благодарен. Все, пацаны, всем пока-пока.